Всем привет! Продолжаем рассматривать работы мастеров. Эгон Шилле, стоящая женщина в блузе с узором. 1912 год, бумага, карандаш, гуашь. 46/30. Эгон Шилле – яркий, скандальный художник, представитель Венской школы. Большое влияние на мастера оказал великий Густав Климт. В целом же творчество Шилле, представленное данным рисунком, можно отнести к стилю арт-нуво, который в русской истории искусств назывался модерном. Четкость и гибкость графической линии, яркие цвета и изысканные орнаменты, откровенная чувственность образов, его характерные черты. В эстетике живописца эффектное сочетание цветов, их контраст имели такое же значение, как и эротичность модели. Здесь, скорее всего, изображена многолетняя натурщица и возлюбленная Шилле Валерий Нойзель. В 1912 году художник был даже арестован за порнографические рисунки, сделанные с этой несовершеннолетней девушки. Позже его работы пользовались большим успехом, особенно те, которые выполнены в более экспрессивной, драматической манере, повествующие о тяготах физической и духовной жизни человека. В 1918 году Шилле в возрасте 28 лет погиб во время эпидемии испанки, которая бушевала в Европе. Ну вот такое описание к работе «Стоящая женщина в блузе с узором» Эгона Шилле я нашел в интернете, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.